Доброе утро. Я не нашла никакой еды. Я вчера... Вчера я записала, нет, позавчера, я записала очень-очень грустный влог. И рассказала там о том, что типография, с которой работаю уже много лет, отказалась печатать мои наклейки. Я повторяю это уже тысячный раз, уже на тысячной платформе. Короче, они отказались печатать мои наклейки из-за слова «фак». Я что-то решила его не выкладывать. Тут столько ездит машин. Давайте ваши ставки. Задавит меня по пути на работу или нет? И будет ли Ксюша уже на рабочем месте? Я ставлю на то, что она будет сидеть на рабочем месте и смотреть на меня с укоризной. Типа того. I've infiltrated the castle. Ксюши нет! Я начну с банана. Почему же залил чай? Блин, офигеть, никого нет в офисе. Я так давно не приходила так рано. That's weird. It's very weird. Привет. Чай. Знаете что? Невозможно есть банан, пить чай и держать телефон. Блин, если я не засниму, как Ксюша приходит, хочу заснять ее лицо, когда она меня увидит здесь. Потому что в последнее время я всегда приходила после нее. После того, как все это произошло с той типографией, я быстренько нашла новую. И в тот же день, нет, на следующий день. Они сделали все. Они даже для этой цветопробы сделали как бы вырезы на наклейках. То есть это полноценный наклеечный лист, которым можно пользоваться. И бесплатно. Окей, я только что наорал на Ксю, чтобы она стояла там. Вот. Лицо, зум на лицо. Блин, не могу зумировать. Блин, чё? Все пошло не так, как я хотела. Ты гуглишь «Единую Россию»? Нет. Реакшн видео. Да бля! Нет? Нет. Еще вот так могу. Покупайте, подписывайтесь. Извините. Сколько из 10? Я боюсь. 11. А, подожди, 9, потому что есть место для совершать. The fuck? Мне кажется, что это мысль дедуктивно. Я вообще не благогенична. Окей. Просто делай вид, что act naturally. Мы работаем. Это стадии растекания кролика. Кролик растекается, растекся. Я всегда начинаю с этой стадии. Когда? Блин, я не снимала. Ну, то есть оно было ничего, и я не хотела долго заморачиваться, поэтому его купила. Потом посмотрела фотографии и поняла то, что, возможно, стоит еще позаморачиваться. У меня такие грустные глаза. I'm working. Сейчас смешно будет. Сейчас, подожди, не, снимать меня. Все, сядь туда, я придумала сейчас. Так, что мы будем делать?
шуруем. Это Женя. Она подарила мне только что яблочные чипсы. Это не тебе подарили. Тройная дарка сексизм. Все. Мы идем домой. Значит, мы открыли дверь и в данный момент движемся к выходу. Выходим через двери. Еще одни двери. Так, сейчас мы с Ксенией сядем на шаттл. Первый раз за день вижу солнце. Иу! Мне нужно покемонов половить, извини, пока. Блин, да ты смотри, как классно, как на профессиональный камер. Ой, теперь видно тебя. Сейчас съем картошечку. Смотрите, у меня есть социальная жизнь. Мы идем в бар. Не улыбаться на камеру. Я не знаю тебя. Костя. Свой первый влог снимаю. Возможно. Блин, у меня открылась новая чакра. Я решила изменить немного принцип того, как я себя веду. И по отношению к этому миру. Покемон на тебя так повлиял. Возможно. У вас бывает такое, что вы едете куда-то в общественном транспорте, и какой-то мужик на вас смотрит, и вы даже...